Добрый вечер, дорогие друзья. Сникерсбот общается со Сникерсботом. Это диагноз. Блин, я кота, блядь, над микрофоном протащил. А, все, теперь... Секунду. Да. И я снова с вами. Я просто еще кота кормил, поэтому немного. А, вы прокачиваете. Блять. Извините, эмоции возобладают надо мной. Ничего, попробую перезапуститься как-нибудь попозже. Интересно, мне интересно, кто сегодня жрет качество? То есть вчера у меня качество было, когда позавчера. Так, активный канал, давайте смотрим. Непонятно, короче. Но я понял, что стоит заводить, конечно, стримы в категории общения, не самые такие топовые. По какой-то причине. В общем, ребят. Не, может там как... Твою мать, я не включил люстру сейчас. Спал я сегодня 3,5 часа, поэтому, возможно, стрим продлится недолго, но напоминаю, Риты X5 из вчерашнего пиздеца, который... позавчерашнего пиздеца, который я устроил. Здрасте. Да здрасте, здрасте. Единственное, что... Так. Ладно, Joy2K. Адекватная версия G2K вроде работает. Так, соответственно. Да, похер, похер, похер. Спасибо. А, ребят, что бы я без вас сделал? Прав был Кейк. Любой стример найдет своего зрителя, даже я. Так, блять, а где эта прога-то? Так, стоп, она что, тупо в загрузках, что ли, остается? А ее можно куда-нибудь перенести, типа, D, прокс, вот сюда вот. FX. Пиздец, эту карту, эту игру делали под Вуду. У нас, кстати, есть следующая игра сразу после этой.
Потому что я вчера немножко неправильно поступил. А! Блять, если я буду фейлить в платформерах для детей от 3 лет, а я буду фейлить в платформерах для детей от 3 лет, то на этом можно, собственно, выходить на стримерскую пенсию. Так, а, стоп. Там вообще ничего нет полезного пока что. Блин, помню, как в середине нулевых для меня была самой лютой проблемой то, что я не мог нормально поиграть во второй Warcraft из-за слишком мощного компа. Благо сейчас этих проблем уже нету. Правда, пришлось 4 часа поебаться на прошлом стриме, но тем не менее. Хаукен. Блять, почему они в PC-версию, блять, не засунули озвучку? Я не понимаю до сих пор. Надо найти 4 паскудские маски какие-то. I don't know what you're talking about. Я не ебу, о чем ты говоришь. But I did see, я навидел глобокса. Короче, поехали. Ах да, я не могу делать квиксейвы, так что все заебись. Ох, помню эту срань, блять, в мумии на PlayStation первую. Блять, я не понимаю. О, он типа прям целится в меня, что ли? Как тогда его объехать? Гениально. Тихо! Почему я сейчас не мог... Стоп! Стоп! Какого хрена ты творишь? Это нас по кругу пускает, да? Сколько таких кругов будет? Бля, мне нравится эта игра. Мне она все равно нравится. Я не попал. Господи. Да, надо запомнить. Водные лыжи немножко не так работают.
А у меня есть ограничения по жизням? Походу нет. Тот самый Crash Bandicoot. Третий. Припоминаю. Бонусный уровень на катере секретный. Только там было бомб в 50 тысяч раз больше. Ай, блядь. Ой, как же я буду ненавидеть реально разрабов, если придется реально всех этих тысяч уродов спасать. Я пойму, что шары во втором спиру это еще по-божески. Ёп! Ну давай. Я выживу, я выживу. Вот смотрите, это будет лучший трай. Сука. Чё за зебол? Уве вол? От создателей Killing Floor я лучше в эту поиграю, блять, в Dwarfs. То была прикольная игрушка, я не знаю почему, но она реально была прикольной. Я правда не знаю, нахуй они ее вообще родили на свет, но тем не менее. Создатели King Floor это вообще очень странные люди, там вроде как небольшая конторка, а игр, блять, клепают, как будто бы они, блять, Ubisoft. О, хороший хитбокс. Ай! Блять! Рэймон, so long, come and see again if you can. Ему понравилось. Я обещаю, я еще приду. Я потеряю своих друзей. Я тоже. Не время терять время. Блять, победа. Да, я, конечно, все ожидал, но только не казахский танец. Казахский. Блять. Ладно, забить. Yes. Я не понимаю, это меня пытаются... А, нет.
1000 желтых хуевин, 50 на уровень. Meanwhile, the pirate's price and ship slave now board 22730. Самая неочевидная подножка в истории. Блин, это... Мне кажется, озвучки нет из-за багов каких-то, но я слышу какие-то странные звуки. Блять, ну не могли же они 900... Это было неплохо. Можно еще штук 500, ты сожрешь, и мне не придется. Здравствуй, Татушка. Сколько раз тебе, блядь, ну сколько раз тебе говорить, долбоебина то велика возрастная, блядь. Ну что тебе снять, кидай по ебальнику дать. Ну, я пошел. Привет, Татушка. Пока, Татушка. Here you can view life, force and power. And I will have another limbs to go there. Ой, ой. Это вон... Time race. А? Ага. Да, да. Буль. Проверяй. Ради бога. У меня, понимаешь, что проблема, блядь, Рататуш? Нету качества. Вчера было 6... Позавчера было 6 зрителей в среднем. 10 человек смотрело, как я ебусь с этой игрой. С ее установкой. Я перезапущу стрим. А, блядь. Пипега, извините. Вот Пипега, да, вот тут я долбоеб. О, кстати, блять, это маски, как в этом, блять. Crash Bandicoot's Race of Cortex. Реально, один в один почти. Дизайн. Дизиган. Так. Так, сейчас запущу эту прогу. Да хватит ковырять губы! Пипега, блядь. Но! Но! No! No! Нет, F игра.
Ой. Вы во что играете, сука, ёбаная батла? Ну, блядь, как восстановить? Никак, закрываем, блядь, открываем заново. Блядь, слава богу, сейвы есть. Святая ты, блядь, простота. Да, кстати, ребят, я сейчас, возможно, покажусь очень голословным, но пока это лучшая игра за все пусть РГГ, не считая тех игр, которые я знал тем или иным образом. Но еще не вечер. Нет, серьезно, классический детский платформинг времен эпохи первой плойки, это именно то, что мне, блядь, реально сейчас не хватало. Это, блядь, образное выражение! Так, это мы смотрели. А, одна... Короче, у PC-версии этой игры, блядь, две проблемы. Здесь нет озвучки, из какого-то хуя не скипаются ролики. Я не знаю, блядь, почему, какой альтернативно одаренный, блядь, это делал, но это факт. 95-й. Это... ремастер, гоговский ремастер, запущенный через прогу, которая запускает игры, сделанные под 1-11 DirectX. Да. Не, но все-таки надо сказать честно то, что это все-таки 32-битная игра, не 16-битная. Поэтому, как бы это объяснить? Из 8 и 16, из 8 и 16 битных игр мне почти ни в одну не было интересно играть. Несмотря на то, что самое раннее детство я провел все-таки в 16-битной эпохе, я видел и много игр прочих, но что-то вот, блядь, я не знаю, вот реально, чисто таких приятных детских игр, блядь, ни одной нету. Все какая-то ебля адская. И только как только появилась первая плойка, стали делать реально вот игры, где просто вот просто приятно играть. Так, а я не понял. А чё сейчас-то? Да. Можете это, блядь, называть словом акузуали, но как по мне, просто довели до ума. Игры, которые вот, ну, реально для тех, кому там 12 лет условно. Обгоню! Обгоню! Да, блядь. Давай! Хватайся, блядь! В принципе, да. Зерно истины в твоих словах есть. Бля, я уж на похуй пропускаю этих золотых, блядь. Шмакодява, который, по идее, мне нужно спасти всех. По идее. Ой, бля, я сейчас вспоминаю, как я все шестеренки собирал в Bugs Bunny и Тазе. 4000 штук. О, вот это, блядь, весело было.
Блять, из-за хуёвой крестовины у меня болит палец. Ну, первая плойка. Да, это древняя консоль, как и вторая плойка. По игровым меркам это, блять, древние времена. Блять, ну этот казахский танец, это, конечно, пиздец. А это считается за отдельный уровень или чё? А, да, это отдельный уровень. Заебись. Поехали! Ай! Опа! Жулик, не воруй. Тю-тю-тю, давай-давай-давай. Молодец! Следи за тенью. Да, тут прицеливание как в Dark Souls. Я не знаю, кто создатель этой игры, но он гений, блядь. Да ёп! А, блядь! Да ёп! Присосался, блядь! You don't be discard, you can do it! Do it! Сам do it! Make your dreams come true! Извините. Кажется, я понял, каким образом я погнул микрофон. Подгнул. Because do it! Опа! Там, кстати, какая-то пещера была, но я что-то ее проебав. Там, блядь, кто-то... Стоп, подождите, там черт какой-то. О, блядь. О, не зря я умер. Эй! Так.
ценой своей жизни. Ой, блядь, началось. Ай! Блядь. О, помню, помню такие моменты. Ёб твою мать. Кстати, есть, возможно, ребят, придется рейды X5 еще на следующий стрим оставлять. Я не верю, что стрим подлится долго. Я, как обычно, не спав. Хватило, блядь, мне совести... Этот, блядь... Дочитывать ебаную атаку. Ну, бронированный, ну и чё? Расшпохивайся. Отъебесит меня! Давай же! Подождите, там кто-то еще! Одного кого-то проебав, ну хуй с ним. Попидорили. Что такое? Это, судя по всему, будет Басецкий, да? Просто очень... Welcome back, Rayman. So, did you guys figure it out of the real king? Ах, we a little more organized now. Что, блять? Ага. Go on, go in.
Let's must go on. Let's must go on. Или как там было правильно? Какой-то как уличный пес. Блять, я сейванулся. Просто игру нельзя сворачивать. Кусь. Ебать, кислородные. А вот это, кстати, хорошо придумано. Сминожий анус. Давай! Что? Что за тик-так сейчас был? Я их здесь спрятали. Напоминает классическое плавание из Сан-Андреса. Помните миссию, где надо было нырять? Это еще ебучая прокачка этого, блядь, кислорода перед этой миссией. Сонька, первый раз проходишь, такой, блядь! Сука, еще нырять, блядь! Ну, я, естественно, сделал это с щитами, максимальный кислород и все такое. Мне было лень что-то делать тогда. А сейчас я вообще понять не могу, как я мог, блядь, не пройти без щитов Сан-Андрес. Что за треугольник иллюминати? Да бери ты его! Почапал. Вот у меня реально такая же отдышка, когда я бутылки из магазина несу в портфеле. Я знаю, что здесь не одна такая дверь, но проверить хочу именно эту. Here is a magic sphere. Go to grab it, stand it from off it. If you want to toss off in the air, press to toss in the front if you press space. But of the sphere onto base of the same color. And the temple doors will open. If you lose one, go back where you lost the find the key. Чего? А, блять, я ее не проебал. Все, почапали. Слава богу, он не ходит, знаете, со скоростью 0 км в час, когда вот такую вот штуку подобную несут. Он хотя бы как-то чапает. Тихо. Тяп.
Ой, бля. Блять, а что это еще такое, сколько оно весит, если он так пыхтит? Бочка, понятно, а это что за срань? Это, блять, вообще воздух какой-то. Или это прям цельный кусок стекла? Где-то я видел эти двери. И не только во втором Dark Souls. Если честно, я не понял, что он сказал, но я сначала подумал, что про то, что нужно красться с помощью кнопок вперед-назад. Но, похоже, речь про скольжение. Аксель! Guardian of the Sanctuary of Water... Чего? Follow the ripple lamps and shoot the stalar... У меня во многих платформерах того времени была одна проблема. Я не знал, как убивать боссов, то есть... Понимание тактики было за гранью моего понимания. Вот. То есть я, например, не смог из-за этой хуйни пройти, блять, помню, Планет Страхович, да. Была на первую плойку игра. Великолепная игра. Реально очень приятный этот платформер. Но, блять, первый босс, все, блять, я не понимал, как его проходить, как в него стрелять. Дай! Я что-то не то делаю опять. Стоп, там еще одно колечко. А, это и весь босс-файт? Окей, окей. Окей, 10 из 10. Что-то как-то, ребят, очень быстро идем, но, скорее всего, мне скажут, пошел нахуй, блядь, собирай всю тысячу. Я уверен, процентов на 80, я, блядь, играл в что-то подобное.
Ну, теперь все, да, теперь я понимаю, из какой, блядь, игры спиздили создатели Race of Cortex сюжет основной. Я по локус, призрак мира, I see you have found the first of... Первые четыре маски, how... Я не успеваю это читать. Призрак мира, да? Тебе мастера педикюру. Осуждаю, кстати, на всех случаях. Кстати, я тут подумал, имеет ли смысл осуждать слово педикюр? Ведь за него по идее, как и за спидорак могут забанить. Но на всякий случай осуждаю. Бонус левел от CS The Night. Бля, если мы реально прошли 20% игры, то это охуеть. Careful. The place is guarded by a walking shield. I heard that I might be possible to tame it. Thank for the tip. No problems. Надо было сказать 9 problem. Ты кто такой, сука? Здесь нельзя, как в Бандикуте. Все довольны. А теперь вопрос, как отсюда выйти? Он не умер от шипов. Он в них утонул. Он, блядь, просто тонет в этом говне. Как? Как? Игра, акстись. Акстись, игра. Господи ты, боже мой. Блять, что делать? А можешь подкаты делать, нет? Да как же меня пугает этот звук, который долбит мне в левое ухо.
Это я умею. Мне, пожалуйста, другие варианты. Че, боишься, что я тебя забаню за капс? Правильно боишься, потому что я попрошу Винка, чтобы он приехал и лично тебя выебал. За капс. Блять, я что-то не то делаю, вот однозначно, ребят. Какие-то, где-то в моих действиях вкралась ошибка. Где-то, в каком-то моменте. Так, ну мне точно не сюда, потому что это опциональная хуйня. Не, ну, как вариант, конечно, если создатели адекватные, а шанс на это есть, то, скорее всего, за 1000, блядь, собранных вот этих хуёвин, они мне дадут истинную концовку, как и в Bugs Bunny и Тазе. Шанс на это, ну, тоже не маленький. Ну, где-то 50 на 50 все-таки. Тогда мы просто проходим на обычную концовку, а истинную... Хуй с ней, блядь. Нам как... Не в этом смысле. Я пройти хочу. Вот что? Как ты там тонешь? Я понимаю, если бы он умирал от этой хуйни, но он в ней просто тонет. ХП тонет. Блять, я один это вижу. Все, чувак, пошли. Не знаю, кто это придумал, но это гениально. Удивительно. Эти шипы меня не убивают. Magic Shell. Magic Shell. Товарищи! Товарищ, приветствую. Жаль, нельзя просто так оставить погоны. Ну, типа, за выслугу лет. Подаренная, кстати, за вот эту прогу. Я еще помню. Блять, да что ж тут, сука, делать? Что ж я тупой-то такой, а? Стоп! Чего? Еще раз!
Блять, ну вот... Deathbox, блять, просто от бога. Просто от бога сделанный. Рейд X5, кстати. Кто за девочку платит, тот ее и ебет, Рататуш. Так что... Мне разрешили не делать, а? Слышу. Слышу. Мне разрешили не делать. Поэтому... Реально попытаться что-ли перепрыгнуть, я не знаю. Ай, это сука, блин. Ладно, давайте сдохнем и еще раз прочитаем скрипт. Сейчас. Нет, тут the place is guarded by a walking shell. I will hear that it might be possible to tame it. Send positive. No problem. Нет, он только говорит про то, что на вот эти хуиповые. Охраняют. Там нет никаких выступов. Как же он в такт тяпает? Кстати, Прайд, я очень сильно хочу тебе задать вопрос. А чем тебе Реймон не нравится? Объясни, пожалуйста. Да, блять. Ну, не считая вот таких моментов, и то потому что я дебил. Просто для меня это лучшая игра за всю пусть и РГГ, блядь, за последние полгода. Не считая тех, в которых я уже играл когда-то. Я серьезно, я как будто бы вернулся в времена, когда мне было 8 лет. В времена, когда я играл в самые хорошие платформеры на первую плойку. Бандикуты. Bugs Bunny и Taz. Академия монстров. Spyro. Я серьезно, это как будто бы я вернулся вот в то время.
Не, ну понятное дело, что Крэш, блядь, на 10 голов выше этой игры, но, бля, Крэш в принципе выше на 3 головы любой игры с первой плойки. Но если сравнить с другими, то с другими подобными детскими платформерами, то точно не хуже. Блять, ну я не понимаю, что здесь делать. Мне объяснил, типа, осторожнее, зону охраняют вот эти черти. Блять, может у... А, я понял. Или нет? Но кажется, я начинаю понимать. Блять, не просто так здесь стоят вот эти вот колдобины. Да, надо что-то делать с помощью них. С помощью этих ребят. Смысл явно в этом. Но я не могу однозначно понять, что именно от меня хотят. То есть они должны, по идее, что-то взорвать. Окей. Это реально, включим самую тупую логику. Но что? Эта хуйта не взрывается. Может, эти деревья? Обо что вот оно сейчас зацеплялось? Какое? А, нет, стоп, я тебя понял, тихо. Я понял, что ты имеешь в виду. Это, кстати, мой первый затуп за всю игру. А мы прошли, кстати, уже больше 20%. Но опять же, это если считается 100% прохождения. А если здесь не нужно 100% прохождение, что, то уже прошли где-нибудь, наверное, треть. Нет, точнее, то четверть, чуть больше четверти. Как раз собрали вот маску первую из четырех. Да ёб твою перемать! Тут где-то же должна быть логика здесь. Так, ой, блядь. Давайте, допустим, мне игра 3 лет, мне 7 лет. Мне подарили PlayStation 1. Нет, ладно, мои родители мажоры, они подарили мне не PlayStation 1, а комп. Ну, в принципе, в 2001 году у меня был комп-помощник, который тянул бы эту игру. А, допустим, сейчас 99-й год, мне 7 лет, мне подарили комп, там, Voodoo 2, Pentium 2. То есть, мои родители просто запредельные мажоры, потому что по тем меркам это были просто нереальные компы. Насколько я понял, мне для этого надо умереть. Я просто не нашел способа рестартить уровень, адекватный способ. А, есть кнопка Abandon, но... Какая?
Сейчас, ладно, давайте я сделаю abandon. А, не, я могу абанднуть нечаянно всю игру сейчас. Careful! The place is guarded by a walking shell. Он про вот этих вот... я слышал, that it... Это магия B... Блять, я не успеваю прочитать. Вы поняли, что там написано? Да, нужно было дождаться, пока эта хуйня встанет и оседлать ее. Ты знаешь, было бы мне сейчас 10 лет, я бы до этого догадался. Серьезно. Браво, йо, фигур, out of the right of the... Блять, а может он написал про то, что с помощью них можно пересечь это пространство, а мы дегенераты сидим. Space to the faster, press to get off. But you can't get off, it's going too fast. Фаста, фаста! Press A to faster, press to get off. Я понял. Military Academy. Please respect the... Бигтест лезет наружу. Please respect the need for total silence for the cadets concentration. Я понял. Тишина, блять. Отдавайте честь тишине для концентрации кадетов. Блять, я надеюсь, я правильно это перевел. Прицеливание как в ДСе. Я на очередной раз это напомню, вдруг первые 10 раз вы не поняли. Да, как именно, да. Но сам факт, он имеет в виду воспользоваться ими, а уж дальше думай сам. Блять, я сейчас вспомнил еще одну цитату, которую мне надо добавить в голосовые команды. Ты что, тупой, что ли, блять? Извините за крик, я просто пытался максимально реалистично это изобразить. Мне просто очень понравилась эта фраза в одном из обзоров Бэтканины. Да-да-да-да-да, вот я уже, блядь, сделал эту теорию, у нас мозг работает одинаково. Точнее, там... Харио, the pirates will win. А то я, блядь, не знаю, дура ты тупорылая, блядь. Нет, я скорее вот так вот его погнул подбородком, я, если честно, он у меня падал один раз, но я точно помню, что я его открывал, потом все было нормально. Вроде как. Причем упал он у меня из-за того, что я его задел локтем, когда, блядь, в VR-е бегал по комнате. Короче, микрофон, скорее всего, является моим первым пострадавшим предметом от VR-а. Блядь. Лучше бы я себе, сука, фотик купил в качестве камеры. Но, ничего. Скоро Алух, как Алух.
Я решил максимально усложнить себе жизнь. Я помимо утяжелителей на руки по 2 кило еще, блядь, надену себе портфель 8-килограммовый на спину. И проходить буду лоу процент с гномиком. Если я не ёбнусь, то будет очень хорошо. На ковре вертолете мимо радуги. Мы летим, а вы ползете, чудаки, вы чудаки. А так, Эвен Хорс... Я не успеваю это читать. Я в душе не ебу, чья это песня, блять, и кто это поет. Мне просто нравится вот этот куплет. Блять, отрывок. Который я видел в каком-то ролике про аниме. Доброе утро! Ох, нихуя себе! Кларк, А, это его еще его и друг? Ребят, напомните, в каком году вышел фильм эти... Вторая часть... Людей в черном. Там, не помните, такой яйцебородый был? Так вот, они спиздили это отсюда. I must have... Swallowed something bad for me. To get better, I need some little potion. If you headed near the entrance of the marshmallow of awakening in a place called Cave of Bad Dream. Don't forget that name of else the guard won't let you pass. А, это конец уровня. Блять. Сука, и что дальше? Я ж нихуя не прочитал. Что от меня, блять, хотят? А, нет, 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 сука. Блять, я не хочу в английский. А мне придется перепройти этот уровень еще раз, чтобы понять, что он от меня хотел. Ах да, это не скипается. А, нет, знаете, ребят, тут больше подошла бы песня «Мы летим, летим на банане». Туше, не ебу, кто это поет, но вроде прикольно. Но не в стену же. Тихо, блядь. Та-та.
Ну... Если... Эй, мне было бы мне интересно, я бы ее уже загуглил 50 тысяч раз название этой песни. Просто по тексту, но мне похуй, понимаешь? Просто понимаешь, Прайд, за последние 27 лет из музыки я слушал только Летова, из русской. Вы прибыли туда, где вас выпустят. И то, по сути, случайно. Бля. Так, видимо, в этой боч... А, нет, нет. Или есть? Нет, нету. Бля, я подумал, что вы очередной саунд-реквест запустили. Я тут на секунду подумал, может, нам можно как-то от стен прыгать. Я, конечно, понимаю, что это слишком сложная механика для такой игры, но тем не менее. Ай.
система малей. Do you want any motives too? You see, you get. Never stew, camel brew stew. Oh, whoa, change your room. Я буду сейчас читаться, считываться в текст. Читаться, вчитываться. Marshes of Awakening. Cake of the Bad Dreams. В марше, смарт. Я надеюсь, блять, я понял все. Маршес, кейф супер забыть. Так, окей. Дедукция вернула меня в это место. Все, я помню. Божественная озвучка. Ох, бля. Ух, я ж думал под водой. Это был бы пиздец. Блять, этой шлюхи все еще надо троллить меня. Давай. Немножко поспидраним. Ох, блять, сука.
Ай, блядь. Так, мне какую-то сферу говна надо. Ага. Ай, блядь! Нет, окей. Я уж хотел сказать, проебано. Ой, хорошо. Да ты заеб... Да! Простите, что? А как мне вот через эту, эту срань тащить этих? О, блядь. Господи. Тот, кто придумал, что персонаж может зацепляться за края, просто вот реально. Дай бог ему здоровья. Но кажется, сейчас моя жопа взлетит в космос. Блять, реально? Господи, помоги мне. Товарищ Трясиски, приветствую. Блять, только попробуй не докинуть. Ай, блять! А, ладно. Окей. Так тоже можно. Игра решила меня пощадить. Спасибо, спасибо, спасибо. Ты не первый, кто сегодня это заявляет, поэтому... У тебя есть конкурент. Блять, не, извините, пожалуйста, а мне через всю эту пещеру ту хуету внести или что? Я думаю, он сам вылезет, если нужно. Я подчеркну слово «вылезет». Go!
Только не падай. Можно я не буду сейчас читать чат? Спасибо. Давай, же, бери. Давай! Почапал. Опа! Будь я на 2 IQ тупее, я бы не понял, что надо уничтожать этот кристалл. Беги! Ох, еб... Блять, это самое гениальное изображение раннера во всех играх. Вот серьезно, как правило, мы смотрим на монстра. Ну, то есть камера повернута в другую сторону. И там игра на реакцию. Блять! Ёбаный ты лонгольер-то, а? Если кто-нибудь помнит такую хуйню. Ты что ли босс тут, а? Можно узнать, какой ответ ты ожидаешь? Молодец. А что нам здесь надо? Нахуй я себя приперся? Genius. Блять, как хочется сделать квиксейв, а нельзя. Я сейчас сделал самую хуёвую хуйню. Ай! Ай, бля, давай! Давай, брат! Опа! Ай. Оп! Еще раз. Оп! Оп! А, да. Хула-хуптер нужен в конце.
Оп! Лети, лети, птенчик. Товарищ капитан, приветствую. Вы последний офицер. Оставшийся у нас. И шо? Мне до тут не допрыгнуть. Как бы. Блять. А, меня... А, или стоп. Как, какой-то момент игры. Кстати, Пегас. Я не хочу сейчас разводить срач, но помнишь, ты хотел от меня аргументов, когда я обсирал, блять, лор третьего Mass Effect'а? Спустя месяц я нашел эти аргументы, но пока озвучивать их не буду. Пока не пройдем всю трилогию. Фух, блядь. Давай, 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 девочка. Блять, я сделал очень серьезную ошибку. Блять, ты сука! И меня возвращает сюда. Серьезно? Дегенерат ебучий. Блять, реально вот, вот столько? Еще. Давай. Странно, он нас вроде сожрать хотел. Ух, бля. Unbelievable. It's good. Thank you.
А мы хотим сокровища. Стоп, что? Так, стоп, народ, просыпаемся! У нас сейчас будет срач. А, нет, не будет. Блять, это неплохо сделали. Нет, плохо. Вот если бы это была реально плохая концовка, одна из. Ладно. Так. Возвращаемся. Я только не понял, я сделал все, что надо? Естественно, блядь, я хочу сохраниться. Но здесь уже никого нету. Блин, сейчас если меня опять за что-нибудь пошлют, то это будет очень херово. И... А, меня просто развернуло, окей, окей. Так, здесь я уже был. Ugh.
Я решил взять разгон. Врезался в полигон. Бывает. Здорово, брат. Вот это хей я уже точно где-то слышал. Не в Реймоне. Слышь, брат, проломи ворота. Железный, значит, не ломает. Окей. Знакомый звук. Что происходит? Почему он не цепляется-то? Hey!
Твою ж... Зачем он держится за невидимые поводья? О, вот это наш товарищ. А вот теперь точно началась классика. Там, видимо, как-то можно срезать через вот это кольцо анальное. Но я не буду этого делать. Я лучше просто свалюсь. Он все, сука, никак не угомонится, а? Ну, здравствуй, брат. Да, ладно. Только что не вырубился свет во всей квартире за буквально секунду. И все бы. Минус стрим. Зато, возможно, бы появилось бы качество. А, ребят, есть шанс, что стрим отлетит. Хотя, казалось бы, время 10 часов, что так напряжение зверски падает.
У меня проблема. С тобой все в порядке? А! Поссать на лазер, чтобы он сломался. Это гениально. Чувак, сделай что-нибудь с этим камушком, я думаю, ты сможешь. Да и черт с ним. А, он уже там. Окей. Причем, что самое интересное, он ведь сыт не на механизм, а именно на сам лазер. А, стоп! Я чё-то просто не думал, она стоит и тут вдруг едет. Что? Что сейчас произошло? Ладно. Пошли. Колдуй. Блять, я только сейчас понял, что это озвучка, блять, Симпсон. А это озвучка игры Кнок-Кнок.
Лучшая озвучка криков. Лучшая! Ну, заебись. То есть я правильно понял, что он сейчас просто взорвался, ударившись об дерево? Где наш товарищ? Просыпайся. Решил глаз почесать. Продолжаем. Даш. Чего? Ты перестанешь тут надрачивать и пойдешь уже за мной?
вот эту его песню, ее реально вот надо на будильник поставить. Черт, это слишком гениально. О, здорово. Привет, Пегас. Как дела? Интересно, когда был записан этот электрический звук? Я его где только не слышал. Вот же ж, блядь! Чёртов гений. Звук и музыка. 10 из 10. Хуй с ними. Пять.
Да чтоб его. Я, блин, что-то не так прыгаю, что ли? Но мне точно не в эту щель. Извините, туплю. Да не слишком ли много? Я, кстати, так не понял, почему я теперь желтым стреляю. Как же жутко он нашептывает. Блин, я все время забываю, что в этих играх персонаж может плавать. Да, ребят, пожалуй, это будет сегодня последний уровень. Я оставлю RTX 5 еще на следующий стрим. Я сегодня просто реально, блин, очень плохо поспал, всего 3 часа. Как все равно никого нет, поэтому в смысле. Сейчас что-то продолжать. Звук, как будто бы кто-то по микрофону долбит.
А, там хера кислород быстро улетает. Давай! А, блядь, 12. Ой, блядь. Не, ребят, мне даже на этот уровень не хватит. Ладно, черт с ним. Да, я это грохает игру, ну хрен с ним. Ладно, ребят, сколько? Два часа по стриму. Все равно качества как бы нету смысла сейчас продолжать. В общем, давайте так. Сегодня, завтра я работаю. Соответственно, стрим опять будет послезавтра. Я надеюсь, я, блядь, не буду какую-нибудь мангу, сука, до 11 читать, до часу дня читать. Потом 3 часа спать. Поэтому надеюсь, что все будет... А сейчас мне лучше привести все в порядок, потому что все равно я сейчас уже себя ничего выдавить не могу. В общем, всем спасибо, что смотрели, всем удачи и всех благ. Продолжим. Игра отличнейшая. Пока что.